Давайте я вас сфотографирую. Это все? Это вам. Ой, спасибо. Девочки, идите все вместе. Давайте вот так скажем, ну это картина должна. Вот, я вот совсем можно убрать себя. Потому что это очень большая радость, когда можешь поделиться каким-то таким значимым событием с другими людьми. Очень надеюсь, что картины вам понравятся. Очень рада, что есть такая возможность представить их вживую, а не показать где-то вот на картинке, на фотографии, в телефоне или в компьютере. Вот. И очень бы хотелось, чтобы вот этот заряд, который мы в картины вкладываем, позитив, любование миром, чтобы он вам тоже передался и зарядил сегодня хорошим настроением на весь день. Вот. Она сама и говорит очень красиво, грамотно. Мне нравится. Поблагодарить всех, кто пришел на нашу выставку. Такая атмосфера очень дружественная, позитивная. Вот. Хотелось бы поблагодарить своего супруга, который пришел поддержать меня в этот день. Это очень волнительно. Спасибо моим друзьям по беговому сообществу. И спасибо Катя, что у нас проходит такая замечательная выставка. И хотим, чтобы начало недели началось с чего-то прекрасного. Чтобы у всех было хорошее настроение на всю неделю. И дальше. Дальше весна, 8 марта, праздники, все вот это у нас было на позитиве. Спасибо вам большое.